Так, всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня велосипед деда Вити приобрел новый апгрейд. В прошлом ролике мы показывали, как мы сделали подножки и второе сиденье. А сегодня мы Сегодня мы покажем, как мы прикрепили селфи-палку хомутом к рулю и тем самым прикрепили телефон. Вот, скачали на него программу, которая показывает скорость и маршрут, карта, да. Макс, давай залезай, сейчас поедем. Так, включай наш компьютер бортовой. Бортовой компьютер. Так, давай поярче сделаем немножко. Вот так вот. Так, вот это программа, спидометр, так, резкость наведем. Вот, сейчас показывает 0. А сейчас мы поедем? И мы поехали. Так, о, она показывает, что мы набираем скорость. Да. Сейчас выйдем на дорогу. Так, никого нету. И вот, она уже показывает, что мы едем 8 километров в час. Так, 11, 10, 13, 14, стрелка ползет. Так, еще раз гонимся побыстрее. Было. Ну, на этом, наверное, все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.